Дэн. Как? Эй, здорово, ребята. Как дела? Группа Не Факт онлайн. С Мишаней Мещеряковым. Свой Ген, настоящий пацанчик, все нормально. Фонарь светит в лоб, я не вижу, Миша. Ну, а? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Вот, смотри. А, о! Сейчас ты видишь сам себя? Да, вижу. Да, офигенно, у меня красная морда. Не хуже Quest Pistols сегодня вытанцовывал. Ой, ты знаешь, это мои кумиры просто. Я когда пел сегодня, вспоминал про них. У меня не очень получалось так вот зажигательно двигать, делать сальто. О. Геннадий Цвик, клавишник. Я весь концерт слышал один шум в мониторе. А вот, Михаил, скажите, а вам не надоело вот ходить по клубам, снимать? Это, наверное, очень муторно. И, ну, вы понимаете, о чем. Это не самое главное, деньги в жизни. Мне кажется, что главное – это, в принципе, бесплатные входы на концерты тоже. А, и главное – это халявное бухло, нет? Да, сегодня получил одно пиво. Спасибо, Миша Мещеряков, в прямом эфире из Моторока с группой Не Факт. Спасибо большое группе Не Факт, на ином ТВ и, конечно, для рок-клуба тоже походу. Немножко. Давай скажем, сделаем по ходу. Давай. По ходу! Скажи, пожалуйста, пару слов о сегодняшнем вечере. Ребята, первый раз в Моторок, поэтому... Значит, все, можно говорить? Значит, я считаю, что вечер удался. Это во-первых. Во-вторых, публика зажглась, это было видно. В-третьих, звук может желать лучшего. Будем надеяться, что на следующих концертах звук в мониторах будет намного лучше. Насчет звука в зале затрудняюсь сказать, посмотрим на видео.